На Театральной площади стартовал праздник лета «Солнечная планета детства». Свыше 2000 ребятишек представляли лучшие творческие коллективы Анапы и других городов. Маленькие гости нашего курорта из таких здравниц, как «Маяк», «Кубанская Нива», «Премьера», «Вита», «Смена», «Восход» и других, стали участниками торжества. Под аккомпанемент популярных детских песенок в ярких костюмах мальчишки и девчонки пели, танцевали и радовались тому, что они в Анапе. От Театральной площади вдоль по улице Горького были накрыты столы. 13 предприятий общепита, из них 5 здравниц, приняли участие в фестивале мастеров кулинарного искусства. Гостеприимные хозяева зазывали проголодавшихся прохожих. Самые вкусные блины у нас с семгой, самые вкусные блины у нас с икрой красной. Будем предложить вам напитки. Первое место в конкурсе кулинаров занял Анапский колледж сферы услуг. Второе – санаторий «Голубая волна». И третье – частный предприниматель Грета Айрапетян.